Ужин из трех блюд легко можно сделать за полчаса. Кальмары, тушеные с рисом и овощами, легко можно приготовить за 10 минут. Легкий салат из свежих овощей с маслинами украсит любой ужин. Рулетики из лаваша с бананом и шоколадной пастой готовятся за считанные минуты. Любители сладкого оценят такой десерт. Кальмары необходимо предварительно разморозить в холодильнике. Погрузить их в кипяток, оставить на минуту и выловить шумовкой. Дать немного остыть и очистить их от пленки. Нарезать очищенные кальмары произвольными кусочками. Я нарезала кольцами. Зелень мелко нарезать ножом. Я использовала укроп и петрушку. Разогреть в сковороде растительное масло. Выложить кальмары. Влить соевый соус и перемешать. Добавить овощную смесь с рисом и перемешать. Я использовала домашнюю замороженную смесь, которая дала слегка оттаять. В описании я оставлю ссылку, как заморозить овощную смесь с рисом в домашних условиях. Далее содержимое сковороды поперчить по вкусу. Сбрызнуть лимонным соком. Добавить нарезанную зелень и перемешать. Тушить под крышкой 4-5 минут. Готовое блюдо украсить зеленью. Приятного аппетита! Для приготовления салата все овощи предварительно вымыть. Огурец нарезать полукольцами. Помидор нарезать небольшими кусочками. Сладкий перец тоже нарезать небольшими кусочками. Укроп мелко порезать ножом. Листья салата порвать руками. Сложить в миску листья салата. Нарезанные огурцы. Помидоры. Сладкий перец. Измельченную зелень. Посолить по вкусу. Добавить лимонный сок. Оливковое масло и поперчить. Хорошо перемешать салат. Сверху выложить маслины и можно подавать к столу. Салат готов. Для приготовления десерта расстелить лист лаваша и тщательно смазать его шоколадной пастой. Очистить спелый банан от кожуры и положить его на край лаваша. Плотно завернуть банан в лаваш. По желанию можно обжарить целый рулет с бананом на сковороде или запечь в духовке до хрустящей поджаристой корочки. После чего нарезать порционными кусками в виде небольших рулетиков. Выложить десерт на тарелку и украсить по желанию. Например, посыпать рубленными орешками и полить шоколадным соусом. Приятного аппетита!